мы двигаемся дальше. Это третий участник нашего конкурса. Итак, знакомимся. Как тебя зовут? Хан Мария. Очень приятно. Меня зовут Азамат. Как дела? Как настроение? Отлично. Праздничное? Да. Ты готова победить? Конечно. Хорошо. А как называется твой танец и о чем он? Эскалейт. И я какая-то царица восточная. Ага, понятно. Восточный танец, да? Получается. Или ты царица восточная, но танцуешь ты хип-хоп. Типа того. Волнуешься? Да. Выступаешь первый раз или уже был опыт? Был опыт. Сколько раз? Много. Много? Ну тогда ты не должна волноваться, по идее, да? Как бы. Но волноваться это нормально. Даже профессионалы волнуются, такие же, как и я, и как остальные вот эти ведущие, они все волнуются. В этом ничего нет. Но я тебе хочу пожелать удачи. Отличного выступления, чтобы ты вышла оттуда с хорошим настроением, потому что ничего не забыла. А это самое главное, чтобы удовлетворить руководителю и чтобы он с тобой гордился. Translucent minds.